у игры просто гигантский потенциал был. Вот это вот охренительно. Дизайн. Муа. Интересно, красиво, необычно, волшебно. Зачем? Мне очень болезненно в это играть, если честно. Кажется, это рифа. Ладно, ладно, добавьте еще полбалла за анус. Разработчик этой игры Tango Game Studios, Tango Game Work Studios. И они делали Evil Within. Из-за этого я на эту игру вообще обратил внимание. Стилистика у игры изначально была довольно крутая и интересная. Это это Токио, в котором исчезли все люди, но на улице вместо людей вышли призраки. Различные призраки из мифологии, из культуры Японии. И сама по себе идея на самом деле была довольно крутая. Без шуток, реально крутая идея. Но, как известно, что-то пошло не так. Главный идеолог игры, девочка в очочках, я ее называю, она ушла где-то на середине разработки. Но когда она ушла, дело передали человеку, который разрабатывал Evil Within 2. Где-то на половине пути, грубо говоря, был переделана часть игры. Много чего, насколько я понимаю, было вырезано и вообще переделано. И это сильно сказалось на игре. По геймплею, ребятки, это классическая дрочильня от Ubisoft. Беседка сделала Assassin's Creed про Японию с призраками. По факту это мы имеем. Но пока что мы это не поняли. Давайте посмотрим на визуал, который предлагает игра, потому что, как я уже сказал, это лучшая часть игры. Ну да, это лучшая часть игры. Я хотел что-нибудь еще привести в пример, но... Вот визуал у вас первое время, часа два до рефанда, вы как минимум насладитесь очень хорошим визуалом. Тем более, что вся первая глава, она будет построена по линейному сценарию. Игра в линейном повествовании могла бы сыграть намного лучше, чем игра в открытом мире. Вот это вот особенность движка. Напомню, что игра сделана на движке Stem Engine. Stem Engine называется движок. Он... офигительный. Он просто божественный. И вот такие штуки, вот, которые сейчас произошли, это его фишка. Он может менять пространство прямо на ходу. И это просто офигенно. Это сделано просто волшебно. 10 из 10, игра года. Жалко, такого мало. Мне очень искренне жаль, что вот вся вот эта работа художников пошла просто на смарку. Но, ну, такая красотища же, ну ё-моё. У игры просто гигантский потенциал был. Ну просто колоссальных размеров потенциал был. Но все просрали обычным, сраным... точнее, не сраным, а просто обычным геймплеем. Как примерно геймплей проходит в этой игре? Вы заходите за угол, нажимаете Tab, смотрите. Ага, там враги. Ну, то там, к несчастью, туман, там ничего не показывает. Ну, условно, да, там Сибуина, там монетки. Там на крыше будет условные души, за которым вы захотите забраться, потому что, ну раз они есть, что бы их не взять, верно ведь? Верно ведь. Там еще что-то увидите, и вот так вот вы теряетесь в этом всем дерьме, и это вас просто начинает в какой-то момент банально душить. Короче, по городу разбросано примерно 1500 вот таких вот штук. И вот, мы заполнили нашего Ебараси, да, вот этого вот маленького человечка. Перед нами висит очередной не всосавшийся дух, потому что у нас нет для него места. Мы куда идем? Мы идем к телефонной будке. Ебараси вот этот вот, он заполнен, да ведь? Сука, зачем? Зачем? Вот объясните, зачем? Они спрашивают, хочу ли я внести эти души в этот сраный автомат. Зачем это? Зачем? Мне бесят такие вещи, я просто... Зачем? И вот каждый раз, когда вы соберете 10 таких штук, 25, 50, вам надо будет возвращаться к каким-то телефонам и делать вот такой вот жест. С анимацией, с временем, и, разумеется, эти будки еще найти надо. И вы каждый раз, чтобы их сбросить, придется вам это все делать. Зачем это сделать было? Ну, как бы понятно, потому что сделать-то больше в игре, исследовать-то нечего, поэтому вам просто вот таким вот насильным образом заставляют возвращаться к этим штукам, чтобы у вас хоть какой-то был геймплей. Гринд? Да. И да, вот сейчас перед нами, ребятки, давайте немножко дурадово поиграем. Перед нами, ребятки, сейчас мы видим врата Тори. Это местный аналог... вышек от игр Ubisoft. Чтобы убить эту вышку, точнее очистить эту вышку, нам надо зачистить всех врагов рядом с этой вышкой и очистить эту вышку.
И вот, ребятки, да, если кто не понял, мы зачистили с вами аванпост. Да, 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 да. Мы попадаем на арену. Где сейчас будем отбиваться от двух врагов. Самое страшное, ребят, в этом то, что таких арен в игре очень много. Очень много квестов, которые сражаются прям по этому, по одному и тому же сценарию. Вас частенько загоняют вот в это самое место. И вы будете сражаться вот в этом самом, в абсолютно такой же арене. Там с минимальнейшим количеством изменений. Каждый раз будете отбиваться от волн врагов. Как вы могли уже заметить, битвы не то чтобы сложные, не то чтобы интересные. И... это очень быстро надоедает. Вот в эту игру играть, она очень хорошо выглядит, она очень хорошо звучит, но играть в это, ну это просто невыносимо. Где еще одежда валяется? Вот одежда валяется. Здесь произошел какой-то катаклизм. Видишь, вот, этот, вот сейчас его не видно, но здесь повсюду как бы туман. Как бы туман. Город поделен на города, которые, ну, район, который закрыл туман. И этот туман украл людей буквально. То есть вот эти вот души, которые мы сейчас собирали, вот эти вот бесконечные... вот эти вот бесконечные души, которые летают, это как раз таки души людей, которые вытащили из своих тел вместе с... кроме, вытащили кроме одежды, разумеется. И вот поэтому здесь нет людей. А в нас слился другой мужик. То есть мы мужик, в котором слился другой мужик, понимаешь? И наш мужик, главный мужик, хочет найти сестренку, потому что ее украли злые сущности. А вот эта сущность, которая мужик в нас слился, он хочет, он преследует свои цели. И он сказал своего настоящего имя и сказал, чтобы его звали Кей-Кей. Поэтому он КК. КК просто аморфный, короче. Он это следует слепо... слепо следует всем приказам, которые ему дает второй чувак. И ничего из себя особого не представляет. Так что, ну, такой персонаж. Такой себе, мягко говоря. Я вообще поначалу подумал, что эта игра будет связана с Evil Within. Потому что мы попадаем в белое пространство. А это аналог Стема, возможно, был бы. Но нет, игра никак не связана с Evil Within, что печально на самом деле. Одна из лучших частей игры, ребят. Это Сибуина. Ну это темненький немножко, его из-за темноты плохо видно, но это такая милаха. Да-да-да-да-да. Хороший. Ну прям офигительно. Но это не лучшее, не самое лучшее, что есть в игре, потому что здесь есть охренительные кошки-торговки. И здесь мы встречаем, ребятки, их. Какой милаха. Это, если что, ребят, якая. Двухвостые коты — это местные демоны, но они добрые демоны. Чтобы добраться до сюжета, ребятки, нам надо зачистить ебучие вышки. Кажется, это рефанд. Это, ребятки, рефанд. Я первый раз это не заметил. Я реально не заметил это первый раз. Я клянусь богом, я этого не знал. Но да, это уже рефанд. Вот, дружище, если ты попадаешь вот в это вот, вот этот туман, ты не можешь пройти дальше, и... но сюжетно тебя отправляют именно туда. Это очень плохо. Я ставлю... Это отвратительный дизайн. Я... Зачем? Лучшая часть игры — это, зараза, и, ну, смотреть на город. Смотреть на город. И смотреть, как тут все красиво выглядит, все как красиво поставлено. Да ведь? Да ведь. И они ограничивают эту идеальность. То есть это вот то, что лучше у них всего получалось. Они это ограничили. Зачем? Опять же, зачем? Ну что это такое? Это очень плохо, ребят. Я, короче, хотел изначально поставить игре 6 баллов, вычти еще 1 балл. Вот за ограничение вот такое бессмысленное. В итоге 5 баллов, да. Привет. 5 беленькая сибуинка. Какая милаха. Я прощаю балл тот игры. Заберите обратно балл. Хорошая игра. У них еще хуйянку порисовали собаки. Ладно, ладно, добавьте еще полбалла за анус. Эта детализация заслуживает. Да, жалко, что визуальная игра очень красивая, геймплей она крайне всосная. Мне, поверьте, очень жаль. Но мне будет не жаль, когда выйдет Evil Within 3. Я надеюсь, он когда-нибудь выйдет. Но это будет в другой раз. А с вами я прощаюсь. Всем пока.